Всем привет, друзья, с вами Кулвер, и сегодня мы поиграем в PUBG Lite на ПК. Запустим быструю игру. Поиграем игру или две, смотря как быстро я умру, потому что я только и делаю, что умираю. Что ж, давайте начнем поиск быстрой игры. А, ну все, уже нашла. Что это у нас? Понял. 40 секунд. Нормально, отжигая. Полетели проигрывать. Вот это вот походу летим. Он нормально сойдет. Там падает чел. Ну мы пойдем быстрее, но это нам вряд ли поможет. Ай. Это было больно. Побежал. Может просто свалим? Я не настолько крутой игрок, чтобы с кем-то воевать. Ага. Ну так-то можно, конечно, попробовать. В принципе, почему бы и нет? Просто идти за ним вообще не вариант. Он нас увидит. Да и услышит. Ой, да ладно, пошли. Понял. Где он? Ничего не понял. Но очень интересно. Погнали по новой. Так, теперь куда мы прыгнем? Может сначала где-нибудь? Нет, сосновка, это вообще не вариант. Тут я точно умру сразу. Не отходя от кассы. Давайте вот сюда вот куда-нибудь. Так, мы прыгаем, короче, долетим. Метку убираем. Сюда. Да хватит и так падать-то. Я же так жестко не падаю. Плохое место взял. Вообще ничего нет. А, нет, вот есть. Вот оба магазина пригодились. Ну ладно. Я был? Не был. СЛР. Рискнем. Давайте поставим себе цель занять хотя бы топ-30. Возьмем машину, поедем в те дома. Вон в тот. Поехали. Нормально. Найди 4x.
Наверное, это намек. Ну все, красиво. Круг в круге. Ну все, сидим, что? Просто ждем. Тихо. Ага. Продолжаем сидеть. Я ведь мог попасть. Я ведь мог попасть. Опа. Там ползет. По-моему, он полз там. Либо это были текстуры. Он мотоцикл-то остановился. Он в доме. Он в том. Да он стоит, у нас выпаливает. Так. Я кого-то убил. Ну тут еще где-то чел. Где-то пробежал, слушай. Ага. Он за контейнером. У нас есть дым. За ящиком вот этого чела. Где он? Мне показалось, или он там бегал? Да, он там бегает. Дал, по-моему. Перебегаем. На нахуй. Наконец-то выцелил его. Делаю успехи. Погнали за ним. За его трупом, точнее. Угу. Более утоляющие есть. Чего у него рюкзак? Второго. Топьем более утоляющие. Едим. Пойдем обратно на нашу крышу. Он здесь оббежал. Дверь закрыта была. Хотя нет, дверь откроем. Хотя нет, закроем. Ну до топ-30 мы точно дожили. Сейчас зона сузится. И скорее всего мы будем не в круге уже. Да. Погнали потихонечку сразу. Можно пойти пешком. Но это будет опасней. Ага. Ты где? Ой, больно. Не страшно.
Закрываем. Идем сюда. Окей. Или чё? Давайте сядем в нашу немножко разваленную машину. Ай, там дроп упал, туда сейчас все сбегутся. Если мы не заедем с нашими колесами. Да. И ты залезешь? Залезешь. Ладно, пешком побежим, нам до него далеко. До круга не так уж и далеко, чтобы брать что-нибудь. Зона будет прямо около нас. Прям очень около. Это где-то там. Можем пойти посмотреть. Может получится кого-то подстрелить. Наверное, в домах. Да. Именно. А, вижу. Или не вижу? Вижу. Понял. Ну, топ-11 тоже нормально. Давайте закончим на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.